После того, как Макс Покровский выложил ролик с обвинениями в адрес Димы Билана, известный продюсер Иосиф Пригожин призвал Макса Покровского обращаться с претензиями по поводу отмены концертов группы не к Диме Билану, который играл там днем ранее, а к организаторам этого мероприятия, потому что не Дима Билан виноват в том, что отменили концерт, а виноваты организаторы. И Иосиф Пригожин не понимает, почему одному разрешено было проводить концерты, другому нет. А я считаю, что надо было, вернее всего, разобраться, продали ли билеты организаторы, а может, они не продавали даже билеты. Так что прежде чем предъявлять претензии Билану, надо было разобраться с организаторами. Вот так-то, господа в шоу-бизнесе. Все сидят без концертов, вот и пытаются обвинить друг друга в чем-то. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.